Хоккей в нашей стране любили, любят и будут любить. Мы не только действующие чемпионы мира по традиционному хоккею на льду, но еще и входим в пятерку сильнейших команд мира по настольному хоккею. В этом году открытый чемпионат России по настольному хоккею проводится уже в 7-й раз. 21 декабря в Дворце спорта «Динамо» состоялся 3-й этап чемпионата. О признании Российской Федерации по настольному хоккею говорит тот факт, что наши чемпионаты посещаются спортсменами других стран. Так, в 3-м этапе принял участие известный спортсмен из Латвии Янис Галуза. Настольному хоккею все возрасты покорны. Самому младшему участнику соревнований 10 лет, а самому старшему за 50. В 3-м этапе чемпионата сразились 93 спортсмена. В основном разряде основного турнира победили Янис Галуза, Дмитрий Петров, Иван Захаров. Чемпионат России является для игроков отборочным соревнованием на чемпионат мира, который в 2009 году пройдет в Будапеште. Самые лучшие игроки, которые попадут в сборную нашей страны, будут определены в апреле 2009 года. А впереди еще 3 этапа чемпионата России.